прилетел сейчас в Москву и вечером приеду на концерт. Поехали. Поехали. Еле нашел место во дворе, не стал парковаться в Коламбусе. Сейчас иду в метро. Все, едем на станцию Сокол. Народу капец очень много. Я не знаю, успею вообще пройти. Ну что, я на концерте. Это было очень тяжело пройти. Но заняло у меня это примерно 7:40 я пришел. Ну где-то 40 минут. Я немного схитрил. И вот сейчас ждем Алишера. Всю мою карьеру. И сейчас мы сделаем это.
пиздец как жестко. Так, чтобы я запомнил. Так, чтобы вы запомнили. Так, чтобы все души и все призраки, которые здесь сейчас есть, тоже запомнили. Это стена смерти, мать ваша. Половина зала двигается вправо. Половина зала двигается вправо. Отходят подальше. Все взрослые дяди готовятся. И мы сейчас просто всем покажем, что такое, мать ваша, блогерский рэп. И наши Андрей! Идем назад, обязательно все-все-все, и присядем, Москва, присядем, Москва, я хочу с вами побазарить. Спасибо. Окей, на счет три. Пронзим это небо своими головами, включим. Я оглох на одно ухо вообще, а правое. Очень круто. Всем рекомендую, это просто разрыв мозга.